Кадровые перестановки в «Лукойл-Коме» с сегодняшнего дня на должность генерального директора назначен Александр Голованев. Прежде он работал главным инженером другого структурного подразделения «Лукойл Западная Сибирь». На встрече с главой «Коми» новый руководитель подчеркнул, что социально ориентированный подход компании не изменится. В свою очередь Сергей Гапликов пожелал Голованеву успехов в работе, а прежнего руководителя поблагодарил за плодотворное и конструктивное сотрудничество. Александр Лейфрид переходит на работу в центральный аппарат «Лукойл-Коми». «Лукойл», сохраняя за собой должность вице-президента. Самое главное, тот уровень взаимоотношений, который у нас достигнут, желательно его, конечно, сохранить. Вот. Вопросов у нас достаточно в рабочем порядке. Поэтому, чтобы они решались оперативно, как Александр Викторович, ну и, конечно, контакт, взаимодействие. И все вопросы, которые мы совместно решаем, чтобы они на таком же уровне остались решены. Люди должны просто видеть, в том числе и заботу о них. Да. Мы об этом уже неоднократно говорили, но компания выстроила в этом управлении свое такое действительно деятельное отношение. Да, и люди это видят и поддерживают. Также, как пояснили в пресс-службе предприятия, остается за Лейфридом и общественная должность депутата Госсовета Коми. Народный избранник пообещал не пропускать парламентские сессии.